Здравствуйте, меня зовут Анаит. Я являюсь преподавателем компьютерного центра «Специалист» при МГТУ имени Баумана. Я веду лекции по направлению компьютерной графики, верстки и макетирования. Сегодня хочу вам представить новый курс по программе Adobe Muse. Это сравнительно новый продукт компании Adobe. Что здесь можно делать? Для чего была придумана программа? Здесь можно создать, редактировать и публиковать сайты. Не только для компьютеров, но и мобильных устройств. Сайты здесь редактируются и создаются без кодов. Некоторые нюансы я хочу продемонстрировать на экране. Простое планирование сайтов. При создании нового сайта вы видите одну страницу, но вы в любое время можете добавить главные страницы, можете добавить дочерние страницы и также легко их удалить. Любые элементы, созданные на мастер-шаблоне, будут видны на всех основных страницах. Интуитивно понятные функции рисования элементов дизайна, выделение этих элементов, работа с привязкой, быстрые направляющие, работа с инструментом лупа и прокрутка. Также вы имеете доступ к большому количеству шрифтов. Сотни шрифтов предлагает Adobe Muse. Любой код HTML сайта YouTube, сайта Google Map вы можете просто скопировать. Adobe Muse уже сделает за вас основную работу. И, конечно же, потрясающая интерактивность, готовые формы, готовые слайд-шоу. Все у вас есть, достаточно просто взять и поставить свои изображения, добавить текстовую информацию, как вам хочется. Код, создаваемый в Adobe Muse, обладает кросс-браузерной совместимостью, поэтому вы можете концентрировать свое внимание на разработке дизайна. Если вы работаете с Adobe Creative Cloud, если вы хотите создать сайт без написания кодов, концентрировать свое внимание над созданием элементов дизайна, то вам нужен Adobe Muse. Ждем вас на курсах в Центре Специалистов.